Нужен ли ивановцам еще один магазин? Прежде чем выдать разрешение на строительство нового объекта торговли, администрация решила поинтересоваться, а не помешает ли он жителям. Участок 400 квадратных метров перед домом 12 по улице Генерала Хлебникова в аренде с 2014 года. В 2017 году его назначение было изменено под магазин. Однако на общественное слушание по этому поводу никто из жителей не пришел. И вот сейчас арендатор озвучил свое желание построить торговую точку. Городу проще продать, чтобы получить деньги за землю. Не, ну при чем здесь? Если бы городу хотелось бы просто, чтобы здесь был магазин, мы бы сегодня не приехали сюда. Мы уже приехали, ну, потому что мы также обеспокоены этой ситуацией, что ранее был этот участок выделен. И когда мы увидели, что на публичных слушаниях не было ни одного человека, мы поняли, что надо вас спросить. По большому счету, все в этом вопросе было решено еще несколько лет назад. И то, что жители данное мероприятие пропустили, их право и их проблема. Однако мэрия решила действовать без формализма. Спросили и услышали. Однозначное – нет. Территорию нужно благоустроить, а не застроить. Магнит, это самое красное, белое. Дальше там вон за углом эта девятиэтажка. Вот магазин, торговый центр. Дальше Пятерочка, еще это. Магнит, следующий магнит, сзади нас домашний склад. Здесь, я говорю, магазин на магазине, магазином погоняет. Они же здесь обанкротятся даже. Сделают плохое дело и уедут отсюда. Договор аренды данного участка действует до сентября 2019-го. Но поскольку он был заключен по ранее действующему законодательству, то может быть продлен на неопределенный срок. Вместе с тем есть и возможности его расторгнуть. Есть определенный перечень оснований, он установлен земельным кодексом, их там несколько, и они должны в совокупности оцениваться, то есть и в плане использования, и шагов по получению разрешения на строительство, и другие моменты, то есть это не какое-то единственное основание, здесь несколько сразу факторов должно быть учтено. Вопрос о судьбе данного договора аренды пока открыт. Представители мэрии пообещали мнение жителей учесть. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.